besser wird, Gärtner Bannum. Weißt du, ihr habt Partei, Astana Bannum. Deputat, ja. Ostanjan Vartan. Ihr habt Schattak, das um mich bei ihr. Aber Quetzina ist ein Papa. Ich habe nicht gut kein, der Regel ist der Stelling. Че, пану, мы смеццал, мы стекля совратан целом нашим. Мекел, папа, Нью-Артен, Ахперисен, так, ремонта. Ерем? Да. Пане, Амиряне, эм, таланы таков, турсагарса. Амирян, ког бацу, те инш, ког бацу. Лезин ког бацу. Верчи, а. Эс пану, эс кенчо, эс ког бацу. Венцедек, шенка, алиткиса. Что, представляться или как? Нет, 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 там просто... будут титры. А? Я напишу титры, да, когда да? будете говорить, да. Так. Спокойно. Как нет, мне надо можешь? Понять, куда мне смотреть или что. Меня смотришь. А, тебе, а, тебе интервью, да? Нет. Когда захотите, скажите снова, и мы будем записывать снова. Так что никаких проблем. Ну, прежде всего... Извините. Это. Минутин, Цауртон, еще раз. Представьте Гранта. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать, что Грант для меня – это человек такой уникальный в каком-то смысле, потому что вот он неповторимый в своем вот в такой в энергетике своей, в теплой энергетике, которая разгоняет, вот именно, как вот у него рождаются проекты один за другим, которым он именно без лишних крикливостей, там, без позерства такого, вот, он это все начинает, этот проект вот продвигать и вкладывать в него в душу. Вот один из проектов – это кафе там, вот, потом у него там есть ряд еще других проектов. Но я хотел бы остановиться на тем вот Спорт-Сити, который вот он как бы сейчас вот продвигает. Я думаю, что вот я не вижу вот причин для того, чтобы сказать, что вот этот проект какая-то авантюра там или еще как-то. Потому что ну, вот человек с таким укладом и с такой душой, вот, который не ради там каких-то вот блеска там или какой-нибудь выгоды, да, наверное, вот, а именно вот желанием просто вот улучшить какой-то мир вокруг себя, вот, потому что ну, просто надо ведь жить не одним днем, а жить и ради своих детей. И это не только там заработать деньги, которыми они потом будут проедать, а именно вот такие проекты, которые они могут действительно быть полезны вот, и будущему поколению. Вот, в таких проектах именно воспитывается здоровая нация. Вот. Прежде всего, ведь это основная задача – вырастить здоровое поколение. Вот. Поэтому хотелось бы верить в то, что люди, которым не безразлична судьба вот, этого города, не безразлична судьба близких, родных, там, вот, они вот действительно внимательно отнесутся вот к этому проекту и поймут, что это, что нужно жить не только прошлым, а жить настоящим и жить будущим. Вот, поэтому вот в этом смысле Грант для меня интересен, потому что то поле, это то его видение, ощущение, наверное, жизни, да, оно очень близко к моему мироощущению, вот, поскольку он не застревает в прошлом, он смотрит вперед, в будущее, а будущее, как известно, вот, мы рукотворны, мы должны его создавать, вот, поэтому вот этот проект мне видится
таким хорошим, хорошим как бы началом вот, возрождения этого города. Вот, и возрождение, ну, вообще, в принципе, пельменей. Вот таких пассионарий, как он, именно, ну, такие люди должны быть вот, как бы в основе возрождения, потому что вот они дают толчок движению. Вот, вот в этом смысле он мне интересен. Человек, который никогда... И не крикливый, он никогда не выпячивается, он никогда не, он не старается быть там, где-то быть там, схватить фланг. Нет, схватить фланг, есть люди, вот, которые вот они, им, вот, они все время руки ищут флаг, понимаешь, подхватить его и вперед, там, значит, ага. Вот, ну, вот просто они любят картинки, там все. Этот человек старается быть незаметным, вот, вот у него вот это типа поступательные движения, которые он там, они незаметны на самом деле, они... Вот человек активный, да, но он незаметный, он все делает последовательно. Вот это важно, вот. Это важно, потому что, ну, люди, которые, ну, понятно, это, наверное, все знают, все за, для всех это заметно, что человек, который крикливый, да, ну, у него все это больше пузыри там воздушные, да, вот. У нас есть это вот в характере, наверное, в армянском есть, которые вот, ну, как бы любят там из себя как бы раздуть, раздуть там, вот. Ага, на самом деле там пустота оказывается. Вот. А этот человек, он без лишнего крика, без лишнего там каких-то, он все делает потихонечку, постепенно, но он делает это, и он как вцепится, я вот не знаю, я думаю, что вот он доведет этот проект до логического завершения, потому что, ну, я опять повторюсь, наверное, что я не вижу причин, которые мы могли бы просто, ну, сказать нет этому проекту. Вот, я думаю, человек, еще хотел бы сказать, что он глубоко порядочный человек, глубоко порядочный. У него вокруг него нету вот, людей-паразитов. Вот. Вокруг него всегда добрая аура, и она притягивает только людей со здравым смыслом. Вот, вот и даже его друзья, его... Вот, с кем он там создавал там компанию свою, бизнес-партнеры, да, вот. Они все глубоко порядочные люди, вот. А главное, у него еще вкус, очень хороший вкус, вот. Ну, вкус во всем. Это же, ну, это сразу бросается, даже вот сейчас на празднике, да, там кафе, вот. Вот видите, музыка какая, да, музыка. Камерная музыка, все хорошее, там, если вокал, значит, хороший вокал, а музыка, значит, прекрасная музыка. Но человек имеет вкус, а вкус в человеке – это очень важный момент такой, он многое определяет в человеке, вот, правильно? Поэтому вот, человек достаточно глубокий, вот, он в размышлениях, в философии его, вот, и вот такой он в анализе, у него очень глубокий анализ. Вот. А это самое важное для человека, уметь анализировать. Вот. Поэтому я очень уважаю этого человека. Вот. И, ну, рад, что так вот случилось, что нам дал был шанс нам встретиться. Вот. И с тех пор мы дружим. Вот. И я очень переживаю за все его... дела, которые он там начинает, и переживаю, и хотелось бы, чтобы вот все, кто имеет возможность там как-то вот оказать содействие в развитии этого проекта, то, ну, добро пожаловать, как бы, потому что, ну, все это большое дело, это большое дело. Вот, я думаю, и Бог нас все это видит, и я думаю, да благословит навсегда. Поэтому, в общем, для Гранта желаю только полный вперед, и, в общем, мы с ним, и, в общем, то, что
зависит от людей, которые вот рядом, я думаю, они тоже отзовутся на это. Вот все, короче говоря. Огромное спасибо. По-моему, встретимся мы с вами в Кемле обязательно. Ну, Грант как личность, мне кажется, основные качества – это, конечно, лидерские. Лидерские, при этом он удивительно универсален. То есть он с каждым человеком, независимо от социального статуса, образования и остальных каких-то качеств, находит точки соприкосновения. В нем нет снобизма, мне это очень нравится, очень импонирует. Он очень развитой. Конечно, в каком-то смысле может быть сложный человек, но в конфликте рождается движение, во внутреннем конфликте. И мне нравится его такое качество движения вперед, то есть умение держать удар. Вот это самое главное. И потом этот человек не из ленивых, человек, который, я уверена, если бы он думал только о собственной выгоде, обогащении, он давно уже был в какой-то преуспевающей стране и занимался бы какими-то такими вещами, но он все время возвращается мыслью к родине и, в первую очередь, к родному городу Гюмри. То есть душа и сердце его болит, и это действительно не пустой звук, это очень приятно, и он хочет как-то оживить этот город. То есть город – цитадель талантов, с такими вековыми прекрасными традициями, и я ощутила это на себе, что дух там еще живет, но, конечно, хочется, чтобы город зажил и наполнился. Наверное, после землетрясения немножко все как-то так стихло, может быть, подугасло, но там совершенно замечательные люди еще живут, художники, поэты, музыканты, шутники прекрасные, очень талантливые, мастеровые. И, конечно, вот Грант, он спортсмен по духу, ничего не мешает. А, чем слышно, а музыка тоже слышно. Шапчихангар, да? Нормально, да? Он, конечно, спортсмен, Грант, по духу. У него есть спортивный азарт, это ему близка тема, поэтому он строит и хочет запустить такой проект, как «Спорт-Сити». Но я так поняла, что это не только связано со спортом, но это связано с развитием города экономическим, потому что создастся новое количество рабочих мест, это очень хорошо для города. Не будут уезжать молодые, подрастающее поколение может и заниматься спортом. Я знаю, что большое количество спортсменов из Гюмри. И я думаю... Думаю, что да, бесполезно. Не знаю, мне кажется, я бы хотела, пыталась быть точной, ее текстов придерживалась. Нет, я буду держать. А, да, хорошо. Ну, значит, у нас второй вопрос на Гюмри проекта, да. Пожалуйста. Ну, мне кажется, что Гюмри, городу с такими многолетними традициями, культурными, спортивными, город мастеров, талантливых людей очень. Конечно, нужны сейчас очень новые проекты для того, чтобы освежить, для того, чтобы пустить какое-то новое движение. И как раз вот такой проект, на мой взгляд, который запускает Гран Петросян, мне кажется, он будет полезен не только молодежи, которая хочет заниматься спортом, но и людям, у которых появятся новые рабочие места. А также, на мой взгляд, это будет... И духовно-культурная составляющая, потому что, конечно, при таком большом комплексе возникнут какие-то, наверное, досуговые центры, кафе, где может происходить обмен самыми разными новостями, разными мнениями из области культуры. Там будут конференции, тем более, как я знаю, сейчас этот год объявлен культурной столицей Гюмри, да, СНГ. Это совершенно замечательно, и вот мне кажется, что все слагаемые сходятся. Дай бог, чтобы этот проект был запущен, дай бог, чтобы... талантливые люди себя нашли, и подрастающее поколение знало, куда им идти и чем им заниматься. В хорошем, конечно, смысле. Вот. А я знаю очень хороших, талантливых поэтов и художников. И для меня этот город уже не просто пустой звук, не просто, так сказать, карта, точка на карте, а город живой, и мне очень хочется, чтобы нашлись люди, прежде всего, сами армяне, сами горожане, которые какую-то внесли бы свою посильную лепту для того, чтобы город возрождался после землетрясения и после некого такого застоя. Мне хочется, чтобы он процветал. Процветай, Гюмри. Спасибо.
Я думаю, как Паш, ты скептитель, не знаю, все. Ты хопнил, кизничка. Пошли. Пошли. Ты холодный. А если что? Никого нет. Душно, страшно. Я думаю, чем?